Салют Победы прогремел в городском округе Люберцы. Праздничный фейерверк запустили в Центральном и Наташинском парках. Жители поселков также стали свидетелями красочного пиротехнического шоу. Салют в честь Дня Победы прогремел на 8 площадках городского округа ровно в 22:00. Напомним, жители Люберец отпраздновали накануне 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В памятных мероприятиях приняли участие более 70 тысяч человек. Луиза Егазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ, подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.